Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие братья, сердечно приветствую вас в Ставропигиальном Спасо-Преображенском Валаамском монастыре. Святое место, отмеченное подвигами многих поколений иноков. Валаам – это наш русский Афон. В отличие только от теплого Афона, он омывается водами студеного Ладожского озера. Это создавало особые условия для подвижнической жизни. И можно видеть, посещая Валаам, как сила человеческого духа, лишенная всякой физической, политической, экономической силы, сотворила великое чудо. И несколько подвижников основали эту святую обитель. История которой была очень непростой, включая и набеги иноплеменников. И тем не менее мы видим, как движимые глубокой верой и преданностью Господу были созданы эти величественные храмы, замечательные постройки, и Валаам стал действительно русским северным Афоном. Я полагаю, что все больше и больше паломников будут посещать это святое место, прикасаясь к которым невозможно остаться безразличным к тому, что видишь, слышишь, чувствуешь, к духовной силе того подвига, который совершался здесь на протяжении столетий. Полагаю, что в этом святом месте весьма правильно было провести заседание высшего органа церковной власти, Священного Синода. Всех вас сердечно приветствую.